Исполнилось 80 лет со дня рождения ветерана сферы сельского хозяйства Атырауской области Гатау Насыпкалиұлы. Он также внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства кьюя. О кавалере Ордена Почета, который оставил за собой неизгладимый след, смотрите в следующем сюжете. Гатау Насыпкалиұлы родился 15 марта 1941 года в селе Манаши Сатайского района. Он рано лишился родителей. Несмотря на тяжкие испытания судьбы, не терял надежды на будущее, добросовестно трудился. В 10 лет он был официально зарегистрирован как работник колхоза, трудился в сенокосной бригаде. После окончания института в 1963 году он приехал в совхоз «Забурун» и стал работать рядовым специалистом-ветеринаром. 40 лет своей жизни проработал на руководящих должностях в сфере сельского хозяйства и заслужил уважение среди тружеников села. После окончания института в 1963 году он приехал в совхоз «Забурун» и стал работать рядовым специалистом-ветеринаром. 40 лет своей жизни проработал на руководящих должностях в сфере сельского хозяйства. Заслужил уважение среди тружеников села. Гатау Насыпкалиұлы был не только высококвалифицированным специалистом в отрасли сельского хозяйства. Он принимал активное участие в культурных мероприятиях, проводимых по области и по всей республике. Широко известен как Дамбрис Кюйши, композитор-любитель. Он стал лауреатом 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году. В 1960 году к 40-летию образования Казахской ССР занял первое место в республиканском конкурсе среди студентов Кюйши в городе Алматы. В 1998 году получил гран-при на региональном конкурсе дамбристов, посвященном 175-летию со дня рождения Курмангазы Сагырбайұлы. Гатау часто приезжал к нам домой. Я слушал его кюи на дамбре и находился под особым впечатлением, представлял себе какие-то невероятные события, необычные истории. И в эти моменты он смотрел на мою дамбру и просил меня исполнить песни. Он был виртуозным исполнителем кюев Дәулеткерея, Мамина, Курмангазы, так называемых тукпе кюев западного региона. Стал лауреатом регионального конкурса имени Курмангазы по исполнительскому мастерству. Он был действительно талантливым кюиши, вышедшим из народа. В 2009 году в очередной раз Гатау Бишев был удостоен признания за высокое исполнительское мастерство на международных фестивалях в Алматы и Стамбуле. Он автор более 20 кюев и нескольких песен, наставник и педагог, который создал собственную школу искусства кюя и воспитал немало учеников. В настоящее время домбра Гатау Насыпкалиұлы хранится в областном историко-краеведческом музее. Имя Гатау Бишева всегда упоминалось наряду с именами звезд музыкального искусства кюя. В Атырауском областном историко-краеведческом музее создана специальная экспозиция, посвященная композитору кюйши. Здесь представлены фотографии, материалы с воспоминаниями из жизни, удостоверения, медали и ордена. Одна из ценных реликвий фонда музея – это домбра Гатау Бишева. Ее изготовил в 1970 году артист оркестра народных инструментов имени Курмангазы, мастер Генулас Магулов. С этой домброй Гатау выступал на многих конкурсах. Он сам привез ее в 2010 году и передал в фонд музея. За свой многолетний добросовестный труд Гатау Бишев был удостоен многих наград. Среди них медаль за трудовую доблесть, честь столетия Владимира Ильича Ленина, медаль в честь десятилетия Республики Казахстан, орден Курмет. Он человек, известный в нашем регионе и как хороший специалист своей отрасли, и как деятель в сфере искусства. Он всей душой болел за свое дело. Если возникали проблемы в тех местах, где он бывал, то Гатау Насыпкалиұлы сразу же решал их на месте. Он знал наизусть все места в области. Я не раз видел, как он бывал в рабочих поездках вместе с руководителями из областного центра. Гатау Насыпкалиұлы ушел из жизни в возрасте 74 лет. Он оставил за собой неизгладимый след в сфере культуры и искусства региона. Яркий образ талантливой личности навсегда останется в памяти потомков. Руслан Умар, Куаныш Кудайберген, Жанар Сағынышқызы, телеканал Атырау.